Приветствую всех друзей, вы на канале Shadow Lil Play, меня зовут Дмитрий, друзья, мы продолжаем с вами Final Fantasy переиздание, и сейчас находимся в нашем родном первом городе, где очень дешевые цены, и все очень дешево, любые услуги очень даже нам по карману. В других городах просто невозможно воскрешаться, мы сюда прибыли после того, как добыли корону, корона у нас находится вот тут, сейчас я попробую найти... Предметы важные. Корона, которую нам надо отнести в разрушенный замок. Какая-то лютня. Зачем она нужна, не знаю. Кто-то нам ее подарил. Что с ней дальше делать, тоже вопрос. Пока остается открытым. Значит так, какой у нас план сейчас? Сейчас я предлагаю заняться нашими магами. Да, потому что в прошлой серии было очень тяжело. Даже просто сбежать из подземелья. Магия у нас пока что сильно не прокачана. Вот, например, Фиона, да? Фиона, у нас есть 6 зарядов на первый уровень. И очень дорогой антияд на 3 заряда на 4 уровень. Конечно, это все цифры будут расти после повышения уровня Фионы. Но нам надо забить второй уровень. Они по 250 стоят. У нас 7600. Поехали, посмотрим. Поехали, хотя бы посмотрим, чтобы эта магия у нас была в руках. Нам нужен огонь, нам нужен... Что там еще нам нужно было? Массовый огонь. Потом всякая другая магия. Потому что некоторые монстры просто непобедимы. Вот так, да, вот так и живем. Ладно, все, полетели. Сейчас соседний город. У нас, конечно, нападут раз 20, пока мы доплывем. Но все же. По-моему, не туда поплыл. А их все больше и больше, козлы. Так, уберите мышку. Спасибо. Давайте бить вот этого, да. Давайте бить вот этого, да. Магия на всех. Ну тут дешево, в принципе, нам не нанесут урона сильно. Дио, это не нежить, защита. Давайте проверим, как защита работает. Он накладывает на себя. Магия, сон на всех, давай. Неплохо, 10 урона для моего монаха. 4. Нет, если каждый так ударит, по 4 хотя бы. Так, наложили защиту. Сейчас мы это вырежем. Набросали сон. Он подействовал на всех. Сон подействовал на всех. Так, бейте красного. Дальше кого хотите. А защита действует? Да, действует. На Фионе защита. Нормально. Ну, там меня не прошибить, конечно же. Ух ты, мы красного не убили. Во дела. Сейчас, по-моему, откинется у нас этот... Наш персонаж. Фиона, ударьте кто-нибудь, а? Ну, пожалуйста. О! О, защита неплоха по одному урону. Так, как меня бьют практически. Если Азина всех набросит, да мы выдержим любую атаку. Фиона, о чем мы и не пользуемся. Мне надо массовая защита. Вот это было бы интереснее бы. Так, поздравляю, Бруно. Ты у нас вырос в уровне. Куда я плыву? А, вот сюда я плыву. Там есть заклинаница подешевле. Ну, не подешевле, на второй уровень. Просто больше нигде не взять их. Так, давай, мочить всех. Чё, Фиона не попадать. Да, давай, давай, давай. Тут не важно, куда мы будем бить. Мы в любом случае попадем и убьем их. А чё Фиона не попадает? Что с ней случилось? Раньше же она хоть куда-то давно попадала, хоть чуть-чуть. А теперь только молоко. Так, 180 монет, это тоже хорошо. Так, привет, мой городок рыбацкий, Провока. Привет, здрасте. Мы с вами знакомы? В Алдийском море водится много чудовищ, будьте осторожны. Мерси. Так, мне нужен маг. Маг, белый маг. Вот он нужен. Белый маг. Выбрали что-нибудь, сейчас выберем. Так. Антислепота, разгоняет тьму. Это тот же бутылка. Бутылка, которая продается за 50. Надо брать антишок. Двое снижает получаемый всем отрядом урон от молний. И невидимость. Увеличивает уклонение одного союзника. Так, можно только взять 3 заклинания из 4.
разгоняет тьму. Давайте это возьмем. 250 стоит это все дело. Сколько оно стоит? Еще раз. 250, да. Давай. Антислепота, я думаю, пригодится. Накладывать немоту, подожди. Вдвое снижает получаемый всем отрядом урон. Давайте, наверное, защита. Это у нас будет второй уровень. И невидимость уклонения. Анимота пусть подождет. Все, 750 я потратил, хорошо. Теперь у нас есть. Да, есть же, сейчас проверю. Сейчас должна быть магия. Вот, теперь у нас есть антислепота, антишок и невидимость. Отлично. Так, пошли к черному магу. Еще сейчас 250 потратим. Тут не пройти. Так, так, сюда. Здрасте. Выбрали что-нибудь? Метель. Наносит ледяной урон одному врагу. Погружая всех врагов в непроглядную тьму. Увеличивает атаку одного союзника. Замедляет всех врагов, снижая число их атак. Давайте замедление. Увеличивает атаку одного союзника. Погружает всех врагов во тьму. Давайте тьму. Это массовое. Наносит ледяной урон одному врагу. Мощь одного союзника. Мощь, 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 мощь. А ледяной урон на огненных врагов. Давайте, наверное, метель. Мощь-то мощь. А вот метель, если у нас будет огненный враг и нечем его будет ударить. А у нас это есть. Все, я купил. Я потратил 1500, но это того стоило. Мы теперь хотя бы с вами более-менее того, ничего. 6700 осталось. Третий, четвертый уровень у нас в Эльфхельме находится. Поэтому туда и поплывем сейчас. Ничего покупать, наверное, не буду. Можно, конечно, палатку купить, но лучше купить в городе, куда мы будем сейчас возвращаться. Правильно? Правильно. Все, назад наш город. Ух, прямо на берегу. Еще и глазастик. Да что ж такое-то? Ну давай, тут уже кого угодно. Я думаю, глазастик не переживет моего удара. Так, ты помер. Ты нет. Глазастик, до свидания. Все, давайте этого добивайте. Надеюсь, у них есть деньги. И побольше. Промах. Сука, ну монет 100 заплатят, я думаю. О, точно 100. И зелье еще выбили, прекрасно. Это прекрасно, зелье это хорошо. Так, ну быстро домой. Тут еще надо знать, куда плыть. Нифига себе отряд. Так, давай, наверное, проверим наши магические свойства. Ну, наших ребят. На случай, если не добью. Так, магия. Хотя что за магия? Антислепота, антишок, невидимость. Защита, где? Антияд. Ну, давай защиту, где? На себя. А вот ты давай замедли... Нет, тьму давай, что это за тьма? Сейчас мы узнаем, что это за тьма. Они косят, наверное, да, из-за этого? Ну, в смысле, попасть в меня не могут, тьма. Так, добиваем красного. Ну, ты не знаю, защита есть постоянная? Так можно защиту так на всех наложить во время боя. Так, и магия, давай, наверное, замедление на всех. Промах! Как ты мог промах... А, он еще не ходил. Это по нам промахнулись, все нормально. А ну, замедление сделай, что это значит? Ну, часть из них замедлилась. Так, защита уже на двоих. Ну, дальше уже руками бьем. Там уже некому драться. Блин, защита это прикольно. Мне массовую защиту на область, на всех сразу наложить. Ох, это было бы круто. Да им баба была, блин, в боях. Все, один остался. Давайте вот. Тут заплатят 400 где-то монет. Да, я же знаю, кто сколько платит. Спасибо, Дарко, за новый уровень. Прямо в гавани. Еще куча всяких. Давай быстро. Ну, это легкие.
Мы их быстро обезвредим сейчас. Мочи, говорю. Да хватит меня шпынять. О, хорошо, что вы объединились. Так, сразу минус 3. Тут без магии просто так, давай. Хотя лучше, наверное, магию использую. Ну да, ну ладно, уже поздно. Они все равно не доживут. От монет. Ну ничего, чуть-чуть восстановили. Так, отлично. Я сюда зашел, чтобы переночевать в гостинице. Так-то тут делать нечего. Рад, что палатку еще можно пойти купить, попробовать. Что это за фонтан? Взгляни-ка на свое отражение в воде и уже снись. Здрасте. Добро пожаловать. Привет. Сколько у меня зелий? 6. Ультразелье одно 150 стоит. Хорошая вещь, кстати. Эфиров у меня нет, разве? Ну, у меня есть эфир. Пух феникса мы потратили, когда сбежали. Противоядие есть? Капли для глаз. Разгоняет тьму, но у нас есть уже заклинание. Исцеляет немоту. У нас есть заклинание. Золотая игла. Исцеляет и каменение. Исцеляет негативный эффект, кроме каменения, потери сознания. Спальный мешок 2, палатка 1. Да, лучше палатку одну возьмем. Это неизвестно, куда нас судьба занесет. Все, хватит пока. Спасибо. Пока доплывем до Эльфхейма, еще заработаем пару сотен. На боях. Здрасте, да, я хочу отдохнуть за 30-ку. Это самый дешевый отдых в регионе. Я даже не поленюсь сюда сплавать. Тем более, пока мы доплывем, мы подзаработаем еще больше денег. Все, у нас все восстановлено, все хорошо. Возвращаемся в Эльхейм. И там уже будем сохраняться. Думаю, нас не убьют пока. А может и убьют. Тут же ж рыбы нападают. Давайте, наверное, акулу, а то на воздухе висит. Хотя я попал не по акуле. Так, это у нас магия. Защита, давай. Хотя все равно там ночевать будем. Метель. А ну давай ледяной урон попробуем, как он выглядит. Сюда тут. Ого, 38. Без защиты. Так, акула померла. Ледяной урон. 65, неплохо. Неплохо, 65. Денег дайте. Спасибо. Так, Эльфхейм, ты где? Он ниже. Я все время путаю, где он находится. Так, атака. Атака, магия, защита. А ты магия, наверное, давай. Сон на всех. Промах. Хорош. Промах. Щит сработал. Защита пошла. 77. На троих сработало. Так, красного бейте. Он у нас самый подозрительный. Промах. Хорош. Добили. Ну, тут все просто. Походу ночевать опять придется в Эльхейме. Зато монетки падают. Зато падают монетки. Подожди, как туда заплывать-то? Жалко, что карту нельзя посмотреть. А, вон, нашел. Карту нельзя полностью глянуть. Куда плыть-то? Ладно, ускоряйтесь, давайте. Щит. Ну все, они уже не жильцы. Сбежать? А, один сбежал. Ах ты гад, деньги мои унес и опыт. Нет бы сражаться до последнего. Как ты меньше получу теперь. Вообще ужас. Так, мы на месте. Высаживаемся. Привет, мой город.
Эльфхейм, я прибыл. Ну что, сколько у меня денег? 8 тысяч, неплохо поездили. Спать будем попозже. Сейчас посмотрю, мечи не обновились тут у нас. Привет. Какая спокойная музыка. Добро пожаловать. Железные нунчаки, это все у нас есть. А я продать ничего не должен был. Кожаная шапка, это используется, по-моему. А, палаш, да, нашел же. Подождите, у него шатака 15, кинжал 70. У меня их две штуки в наличии, один используется, один продать можно. Медный браслет, 400 монет стоит. У меня их 3, 2 используется. Дом не продавать. Я купил браслет за 800, представьте, а он выпал. Вообще все противопоказано покупать. Ну а как драться-то тогда, скажите, в пещерах-то? Я ж не выдержу ни одного боя. А ну подождите, снаряжение покажите мне. А, у меня палаш в руках. А второго бойца у нас нет, а в две руки я ж не возьму, смело можно продавать. 225. Да. Отлично. Кинжал за 71 можно продавать, да? Или кто-то еще кинжал хочет? Кто кинжал хочет? Кинжал ты мне хочет? А ну, как сюда перейти, снаряжение? Снять. Нет, она кинжалами не пользуется. Белый маг кинжалами не пользуется. Значит, продать. Так, один продать, да. И медный браслет, я думаю, нам тоже не пригодится, потому что его использует только магия, а у них он есть. Нормально, еще 800 монет подбили. Ну, еще дом есть, но дом я не продам. Все, пошли. Как выйти отсюда? Хей. А, вот. Все, окей. Так, теперь самое интересное. Меня больше всего интересует, вы знаете, что, да? Черная и белая магия, наверное, 4 уровня. Сейчас посмотрю. Это 3 уровень, по-моему, да? Лавка. Да, это 3 уровень. Пламя наносит огненный урон 7 врагам. Вещь охренительная. Это еще по области. Парализует одного врага. Он наносит урон 7 врагам. Охренительная вещь. Снижает уклонение всех врагов. Замечательно. Так, по 1000 стоит. Сейчас я посмотрю и примем решение, что покупать. Молния и огонь это обязательно против слизней и прочей фигни. Так тут не пройти. Что делает белый маг? Привет, Линк. Ну, вот, тот, который в могиле лежит. Выбрали что-нибудь? Исцеление одному союзнику. Это исцеление 1, первого уровня. А это у меня исцеление нулевого уровня. Значит, больше исцелять будет. Наносит урон всей нежити. Это более мощное. Вдвое снижает получаемый всем отрядом огненный урон. Восстанавливает немного здоровья всему отряду. Я вас понял, я подумаю. То есть то, что у меня есть, только усиленный, 2. Ну и массовое лечение, но там написано чуть-чуть. Чуть-чуть это так себе. А это уже посерьезней. Тут уже посерьезней. Антияд я уже купил. Страх. Насылает на всех врагов ужас. Не знаю, зачем это нужно. Двое снижает получаемый всем отрядом ледяной урон. Мы пока не идем в снежной дали, поэтому нормально. Исцеляет немоту. Но у меня ж есть исцеляет немоту. Или это массовое исцеление немоты. Но вот тут, я думаю, стоит повременить. 2500, думаю, не самые такие заклинания, на которые стоит выбрасывать деньги. Потому что заклинание 3 уровня, по-моему, поинтересней. Так, сон 1. Я так и не понял, Сон не один, что дает. Ускоряет одного союзника, удваивает его число атак. Классная вещь. Заставляет врагов атаковать друг друга. Неплохо. Наносит ледяной урон 7 врагам. Давайте пока не будем тратиться на 2500. Побережем деньги, а потом примем решение. Я хочу 3 уровень. Массовая атака огнем и не огнем. Подожди, я где? Тут не пройти. Массовая атака огнем, и можно идти чистить пещеру, в которой нас изуродовали в прошлой серии. Еле выползли оттуда. Так, здрасте. Мне нужно, наверное, немного исцеления всему отряду. Хотя вещь хорошая. Полностью восстанавливает, да, я так понимаю, здоровье. Давай, наверное, полностью здоровье 3 уровня.
наносит урон всей нежити. Но нежити я только зомби встречал. Но у меня есть D1. Лечение, я не знаю, всему отряду такой вопрос сомнительный. И еще и слово «немного» меня настораживает. Получаем урон, огненный урон. Давай перестрахуемся, огненный урон, чтобы у нас была защита. Ну и массовое лечение, давай, ладно уже. D1 это на нежить у меня осталось. Когда попадем к нежити, тогда уже тогда будем... Будем тогда покупать. Так, ну а здесь молния и огонь по области. Так, пламя. Хорош. Хватка нет. Молния наносит урон всем врагам, да. И фокус снижает уклонение всех врагов. То у них уклонение небольшое. Давайте хватку лучше возьмем. Все, я готов. Я купил 3 крутых заклинания. У нас еще даже 3000 осталось. 6000 я потратил только что. Что у нас со здоровьем? 214. Но мы пока дойдем, да, но все равно надо переночевать. И пошли, потому что там идти долго. Еще надо и правильно выйти. 1000. Я лучше сплаваю и за 30-ку переночую. Ладно. Ну и цены у эльфов. Ну что, very good. Выходим? Да, выходим. Так, я делаю теперь быстрый сейв. Чтобы у нас, если что, можно было перестраховаться. Все good. Ну и теперь идем вверх. Я только сейчас попытаюсь вспомнить, как там проходить вверх, чтобы попасть туда. Давай. Ё-моё, прям... И еще и какие... Мощный огр-вождь. Представляете урон, какой он навалит на нас атака? Давай. Магия. Антислепота, исцеление, антипламя, лечение, антияд. Что-то много заклинаний у нас осталось. Чем они бьют? У них физический урон. Давай защиту. Защищайте магов. Остальные-то выживут. Магия замедления. Сон. Искра, вспышка. Давай вспышку. Ого, 11, это я-то броневик же. Практически непобедимый. Убили. Но это был самый мощный, между прочим. Защиту наложили, но... Мы что, идем сейчас вверх? Не хочется палатку использовать. Все, последним. Не думаю, что он нас попадет. Мы его заболели, как не знаю кого. 700 монет, да это круто. Нападайте на нас еще. Мы это любим. Не туда пошел. Значит, в лесу нападут. В принципе, это наши... Как вы здесь появились, скорпионы? У вас же здесь не было в лесах. Вот твари. Защиту накладывайте. Или не тратьте уж сильно. Ну ладно, давай так. Магия, урон по области пламя. Ну давай вас огнем попробуем. Неплохо. Охо-хо-хо-хо, ты нас всех спас. Новый уровень Фиона. А неплохо мы отбились с вами. Вот здесь надо пройти. Или обойти. Может быть обойти. Так, красную собаку все бьем. Магию не тратим, потому что ее мало. Тогда здоровья будет мало, да? Ой-ой-ой. Ох ты, я еще немного нового урона нанесла-то особо. Подождите, красная собака или синяя сильная? Не знаю, но они померли оба. Но они все хорошие. Я думаю, мы тут с вами много денег заработаем. Так, давай. Давай, ты, наверное, магия исцеления. Давай, магия исцеления. На Бруно. Угу. Хорошо. Все, последним псином убиваем.
Есть новый уровень Шет, 14 уровень, молодец. Так, нашли мы этот замок. Западная цитадель. Ну тут все спокойно, относительно. А куда? А, мне сюда надо было. Нет, тут две дверки. А это что за дверь? Левая, правая. Короче, я принес тебе корону, король. Можешь отстраивать свой замок. И что ты там хочешь делать? Уха-ха-ха. Что-то мне не нравится буква У в начале. Ха-ха-ха-ха. О-оу. Глупцы, вы попались. Я и есть король темных эльфов Астос. Да ты-то нам и нужен, собственно. Нам тебе надо этих люлей выписать чуть-чуть. Ну все, битвы не миновать. А что такой зеленый? Сила, добытая вами короной хрустального ока, которая уже у меня в руках, сделает меня истинным королем эльфов. Сопротивление бесполезно, я заберу то, что мне причитается силой. Да ты не король. Ты бабка болотная. Так, и чего от него ждать? Я не знаю. Но я его сейчас прорежу по морде. Так, я думаю, магия тут на срочную это защиту. А тебя мы пока прорежем замедление. Давайте уменьшим его количество атак, если сработает, конечно. Сон набросил на нас всех. Промах. А все остальные спят, кроме одной. А ты ничего не набросил, да? Ничего не набросил. Ладно, еще раз попробуем. Так, ну хоть у тебя получилось. Давай еще защиту на соседа. Сосед. Замедление сделай. 48. 77. 12. Промах. Я ожидаемо. Ну что, защиту набросили, конечно. Так, я здесь. Я здесь. Магия исцеления соседа. Сосед, попробую ударить его, я не знаю, метелью. Это замедление, да? Хорош. Так, исцеление чуть-чуть. Хорошо. А чё такой урон слабый-то? А, он же нас замедлил. Скотина. Так, магия. Магия, магия, магия. Антислепота, антияд. А ты нечисть или что ты? Нет, ты не нечисть. Лечение, антипламя. А чем он нас сбил только что? Фигней всякой. Исцеление 1. Восстановить здоровье одному союзнику. Ладно, держи исцеление пока при себе. Нет, защиту на соседа наложи. Магия. Я думаю, надо вспышка или молния его, или хватка. Давай попробуем парализовать. Блин, да его не берет ничего. Так, на соседа наложили защиту. Лечиться, правда, больше нечем. Но зато мы в защите все. Так, магия. Ну а что тут магия? Магия больше нечего вам предложить. Антишок, невидимость. Уклонение союзника. Ну пока давайте, я не знаю, кому она больше нужна. Я не знаю, кого он будет бить. Дать подождем. У меня еще, кстати, есть 4 исцеления. Антияд пока не нужен. Ладно, просто врежь ему. Магия. Тьма, метель. Давай, наверное, просто бить молнией. Давай молнией его. Опять понижение, замедление, вернее. Но от молнии ты не уйдешь, собака такая. Вообще, еле бью. Так, мы тут, короче, на магах теперь держимся. Вовремя прокачались, я вам скажу. А как мне усилить своего... А, я ж не выучил это заклинание. Можно было усилить... Ну, ладно. Восстановить много здоровья всему отряду. А у нас как там отряд? Ну, в принципе, можно, давай. Так, а ты бей своими пламенью всем остальным. А этот понижает. Один только увернулся. Так, всем здоровья. А неплохо восстановило. Прожгли. 86. Мы его убили. Да мы его сожгли просто. Да, сейчас на магах все держалось.
Если бы не было мага, представьте, что бы они с нами сделали. 2000 монет. 2250 опыта. И? Вы получили хрустальное око. Это, кстати, ведьме надо отнести вверх. Хорошо, спасибо. Все, я могу уходить, да? А я должен отчитаться перед кем-то? Что-то не помню этот момент. Я там двери даже вынес. Подожди, а вот это что за запертая дверь? Как туда попадать? Через верх? А кто мне зад... А, спящий принц теперь проснил. А я думаю, блин, ну кто-то ж меня посылал его убить, кроме ведьмы, у которой глаз забрали. Точно, теперь все окей будет. Да, маг это все. А, это ж не открывается. Маг это все. Так, мы его убили, дайте я сохранюсь на всякий пожарный, наверное, в отдельный слот. Окей. Выбрал отдельный слот. Это я пошел в обход, сейчас получу небось. О, это ж эти. Нежить, сейчас я попробую нежить по области. Я никогда его не пробовал. А, у меня нет магии. Не попробую, ну ладно. Короче, просто избейте его. У меня закончилось первое уровня заклинания. Он сейчас укусит нас. Меня вернее. Так, у меня там что-то шок какой-то был. Я был ранен. Тогда сюда. Сейчас еще в лесу прижмут. Ну, это волки, это такое. Давай, лупи их. Все, пока. Волков денег нет. Они нищеброды, зато есть уровень у Бруно. Так, где я? Сюда. Еще не дойду. Ну, в лесу уж, естественно. Кто ж еще, как не варги? Да хватит уже бить моих магов. Да и Бруно не трогайте-то. А что ты накапливаешь по области, не могу понять. Да врежь ты ему, да и все. Тебя же все равно идти сейчас в этот. Мне немного и осталось. Все равно спать сейчас придется. Да, ледяной урон хорош. Только не убивает волк. А так все хорошо. Они вообще без денег. Я вернулся, только мне надо в замок. Во. Так, тут у нас есть принц, которому сейчас заведу будильник и поднесу к голове. Здрасте, я все сделал. Из проклятия Астаса принц спит вот уже 5 лет. Наверняка есть какой-то нибудь средство, способный прервать его сон. Но где его взять? А, так я его не разбужу. Ладно, пошли к ведьме. Я думаю, надо действовать с помощью глаза. Я ей верну глаз, а она мне зелье. Ну, а кто еще может сделать? Ведьма, конечно. Так, мне надо тут восстановиться. Я, кстати, могу купить 4 уровень. Сколько у меня денег? 6000. Можем с вами немножко потратиться. Нет, там путь, кстати, будет долгий. Может, даже палатку купить стоит одну. Так, я хочу посмотреть 4 уровень. 4 уровень, какое-нибудь одно заклинание. Буду постепенно их скупать, потому что потом их все вместе, ну, не закупишь. Четвертый уровень на, не знаю, белого мага. У нее и так антияд есть. Антихолод, ледяной урон, голос, исцеляет немоту, насылает на всех врагов ужас. Давай возьмем ужас. Смотри, что это такое. Просто у нее нет атакующих заклинаний у нашей Фионы, и она часто просто стоит и лечит себе пальчик, или что она там делает. Так, а тут у нас есть сон.
Ну, это, наверное, усиленный сон на более серьезных персонажей. Ускоряет одного союзника, удваивая число его атак. Заставляет врагов атаковать друг друга. Я вот это хочу. Или ледяной урон всем врагам. Замешательство. Ну, тут друг друга я не знаю, сколько они будут. Давайте замешательство, это поинтереснее. Все, у меня 1000 еще осталось. Сейчас пойду куплю еще одну палатку, потому что путь длинный и далекий. И без палатки не обойтись. Палатка 160, я ж надеюсь. Цены общие во всех магазинах. А тут еще и дешевле. Слушайте. А, ну столько и стоил. Нет, столько же. Да, цены одинаковые. Хорошо, дайте мне еще одну. Все, пригодилось. Ну, поплыли к ведьме. А, надо переночевать еще. Сейчас переночуем и вперед к ведьме. Так, есть. Давайте. Легкий сон не повредит. Ну что, годится. Глаз у меня, поехали отдавать. А корону у меня забрали, интересно? Нет, корона у меня осталась, это хорошо. Так, нам сейчас на корабль и вверх. Где живет ведьма, я точно не помню. По-моему, надо заходить с правой стороны. И причем заходить с нашего первого порта. Со второго порта, где мы только что были. Потому что там перегорожено, и я оттуда не зайду. Да. Короче, плыть надо там, где мы были. Поэтому ночевать... За сотню можно было и не ночевать. Ладно. Блин, собаки сейчас драться будут первыми. Ну, одну зарезали, конечно, но их еще 3. Ай! Ай! Все, последнее, давайте. Да не бей, ты мага, ударь кого угодно, только не мага. Что-то мага-то пристал к нему. Ладно, мы там переночуем в любом случае. Новый уровень Дарко, молодец. Рад, что у тебя растет здоровье, противоядящие выбили. Да, поплыли опять в ту же самую точку, где мы были в начале. Ага, ого, компания веселая. Так, этого давай. Дальше на акулу. Здесь магия. Давай попробуем страх. Как он работает. И магия в замешательстве тоже интересно. Как раз потренируемся. Ё-моё, сейчас убьют. Так, глаз убрали. А ну. То есть трое будут бить сейчас соседи, да? Развернулись. Ну-ну, интересно. Так, ты магия. Исцеление. Я вот это еще исцеление, кстати, лечение. Нет, исцеление один не пробовал. Давай на соседи. Ну а ты магия, пламя давай. Друг друга бьют, прикольно. Тот-то развернут. Сам себя ударил. Вот мазохист же. Так, это вам. Мне нравится, что пламя попадает 100%. Бей себя. Он сам себя убил, видели? Ну, мазохистищешь. Так, хорошо. Тут мы проходим. Нет, не проходим. Опять банда. Так, давай первого, да. Магия. Страх. Магия. Я думаю, молния. Хо-хо-хо-хо. Супершот просто. Да, мы сильны стали. Вспомнить прошлую серию, да? Где нас унижали. И эту. Блин, так сюда не надо было идти. Мне надо было, наверное, в первый мой лагерь идти. Подожди, как я туда добирался к ведьме? Нет, все-таки... Подожди, а на каком лагере? Я забыл, как туда добираться к ведьме, реально. Так, магия, атака, атака, магия, магия. Тут хорошо идет молния.
Ладно, переночуем тут тогда. А что, что с тобой? Что, убежал, что ли? Вот скотина. Трус! Молния — это ужас просто. Для них, я имею в виду. А, нет, все-таки правильно, наверное. Ну ладно, давай. В любом случае, мы тут с вами переночуем за тридцаточку или сколько тут. Я не помню, сколько тут цена. А где тут спать? А, вот тут. Мужик, уйди. Спасибо. Так, 50. Ну давай 50, ладно. Восстановим хотя бы наш магию. Тут теперь смысл магию восстановить. Вот в чем фишка. Сколько у меня денег? 1500. Если у тебя есть магия, то, я не знаю, отряды будут падать теперь как эти. Нет, ты не туда залез. Как эти стоги сена просто будут гореть у нас, враги. Я не помню, честно скажу. Я не помню. Ого. Маньячина в кустах сидел. Так, давай, наверное, его молнией. Не, метелью. Да отстань ты от него. Ну да, почти. Деньги были? Были, хорошо. Так, вправо ходить смысла нет, влево пошли. По-моему, здесь был ее замок. Я уже на песках. Собаки, что вы делаете в пустыне? Ну, тут урона, по-моему, быть не должно. Нет, есть. Это самые простые собаки. Из всех собак в мире. Естественно, у них 24 монеты все в карманах были. А у собак были карманы? Подожди, замок тут. Как мне туда попасть? Нет, все-таки правильно, но был еще вариант. Да, был вариант намного проще, ну ладно. Че это за затерявшийся барбос? Что ты здесь делаешь? Иди домой. Иди к стае. Сколько там? 6 монеток? Опыта 0 дали. Представляете, уже за некоторых не дают опыт. Дожили, блин. Так, подождите, с ведьмой... Да, мотоем. С ведьмой может быть бой. Сейчас сделаю сейв. На всякие пожары, на быстром. Я никому не доверяю в этой игре. Никому. Может и ведьма напасть, вполне возможно. Так, она где здесь? Вот здесь у нас была. Я принес твой глаз, ведьма. Что это у вас там? Мое хрустальное око? Давай-ка сюда. Не волнуйтесь, я вас отблагодарю. Вот возьмите это зелье. Это самое удивительное зелье моей коллекции. То, что нужно. Вы получили тоник бодрости. Отлично. Сейчас мы быстро приведем короля в чувство. О, да, я снова вижу. Я снова вижу. Сейчас меня жрать начнет, наверное, да? Лучше бы ты не видела. Здрасте, бабуль. Вы еще здесь? Либо уже вы мне больше тут не нужны. Не такие уж вы и красавцы, как я себе представляю. Спасибо, бабуль. Ты тоже красотой не блещешь. Ладно, зря я... Вырвем мы у тебя опять глаз. А что у нее тут есть вообще? Ничего нет больше. Какая хамка, да? Мы и зрение вернули. Она нам вот это вот. А нельзя король... Вернее, не король, блин, а корабль по свисту сюда призвать. Ну, как плотву. Наверное, нельзя. А представьте, мне сейчас в Вальхейм надо вернуться. Значит, трать магию. Что ты магию тратишь? Я не знаю. Так, давай этого. Ты этого. Эти этого. Они уже все равно все мертвы. Че это выжил-то он? Так, до свидания, псы. Фиона новый уровень. Это хорошо. Чем больше здоровья, тем лучше. Маги у нас будут жить дольше. Вот тут корабль можно было паркануть. Ну ладно. Опять в пустыне бой. Опять с собаками. Да что, что такое? Так, магия, давай на них. Антистрах. Есть. Так, магия. Давай, наверное, замешать. Интересная вещь. Ну, по-моему, она не стоит 2500. Хотя, может, и стоит. Это ж враги... Враги нас перестанут атаковать. Так, вот у четверых страх. Не знаю, в чем это выражается и насколько это серьезно. А ну, развернулись. О, все четверо нас больше не бьют.
Нет, в этом польза есть, конечно. Теперь мы можем бить собаку в зад. Хорошо. Это до конца поединка они так будут стоять, но неуважительно. Наверное. Все, разобрались? Да, разобрались. Денег у них, как обычно, не было. Придуряются, небось. Так, я почти прибыл. Мог бы, конечно, корабль. Но зато здесь город. На эти лечиться не буду. И спать тоже. Так, атака, атака, магия. Даже нечему, да. Ей надо, короче, третье заклинание атакующее какое-то купить. Вот будем в Эльфхейме, купим. Тут магия, я не знаю. Давай пламя. В чем выражается страх? Что? Что? Я что-то не вижу по его реакции, что он испуган. Так, спасибо. 200 монет не откажусь. Мы в городе. Но мне лучше в корабль. Все, поплыли. Далеко не ушли. Задолбили вы нас уже. Давай глазастиков. Глазастиков убираем. Так, есть магия. Страх можно наложить. А ты давай по области. Они молнию не любят. Да. Ой, меня там это... ошеломили все-таки. Гады. Отлично. А меня там приведите в чувство. Чего у них денег так мало стало? Так, не забудь заехать в свой городок подлечиться. Так, ну это такое... Не-не-не, магия, пламя. Это не молния, но тоже, наверное, сойдет. Думаю, огонь они тоже не любят. Да нет, огонь они... В принципе, любят. Ну, больше, чем молнию. Да что ж, прямо здесь. Ну, это пират такой, смешно. Смешные обстоятельства называются эти пираты. Давай на них страх. Магия, давай на них пламя. Это так, с одного удара умирают они все. Хотя бьют неплохо, как по мне. Одного страх, троих. Все нормально. Да, так быстрее будет бои проходить с магией по области. Да, это серьезно. Так, тут надо переночевать. Самые дешевые отели, самые дешевые виски. За 30 гилов попробуй переночуй. Все не нарадуюсь, что такая цена еще есть в нашем мире. Thank you. Все, что тут ничего мне больше не нужно? Нет, ничего. Ну а теперь в Эльфхейм, я надеюсь, мы сокровища уже с вами набили. Или не набили. Так, всем по морде. Желательно без магии. Ух ты, он сопротивляется. Буконьеры, слушайте, еще и сопротивляются, в принципе. Даже не убили одного. Так, буконьеров грохнули. 360... О, они богатые, кстати. Так, не сюда. Есть такое дело. Так, вас тоже будем бить. Наверное, лучше подожди. Лучше, наверное, подожди. Акулу. Да, лучше акулу. Так, магия... Ну, тебе все равно. А тебе магия... Молния по всем. Ничего себе. Получите. Да. В три раза сильнее, чем огненная атака. В три. Шет новый уровень. 254 здоровья. На пятерочку повысим. Так, ладно. Я уже здесь. Король, я пришел. Сколько у меня денег? Сколько я насобирал? 35... О! Сейчас я выберу для белого мага какое-нибудь заклинание 4 уровня за 2500. Я ж надеюсь, король нам отвалит деньжат за спасенница. Или нападет, как тут любят. Так, ну давай посмотрим белый маг. Сейчас посмотрим, что у тебя с магией. Что у тебя с магией? С магией у тебя... Фионы-то не очень-то, да?
одно свободное место, а у соседа твоего... У него два места. Но ты должна атаковать. Какое-то атакующее заклинание надо купить тебе. Так, мышка, уйди. Выбрали что-нибудь? Антияд есть, страх есть, антихолод. Но это исцеляющее. Это исцеляющее. Это, конечно, хорошо, но... Но кто нас будет бить холодом? Я пока не знаю. Кто нам нематода наложит? Не знаю. Давайте повременим пока. Нету тут атакующих заклинаний. Но у меня есть еще два места для черного мага. Тут тоже можно, конечно... Так, сон. Одного врага. Но я думаю, ускоряет одного своего... О! Давайте, наверное, буран всем врагам. Да, ну буран, наверное, лучше. Хотя здесь заточка на физический урон. Вдруг магия брать не будет. Как раз хорошо. Но я тут буду брать что? Я буду брать ускорение, буду брать буран. Ну, пока что хватает только на одно. Все, я взял ускорение. Посмотрим, на меня, на шеда, в смысле, накладывать будем. И посмотрим результат. Так, я пошел в замок. Я иду. У меня есть тоник. Джин-тоник, хорошая вещь. У меня есть зелье. Тоник бодрости. Возможно, он снимет проклятие и пробудит принца. Сейчас же попробуем. С вас $2 за доставку, пожалуйста. Ваше высочество, вы в себе? Ого, глазище. Мне приснился жуткий кошмар. Может, я все еще сплю? Вы те самые воины из легенды, что-то мне подсказывает, что это не сон. Я поступлю так, как подсказывают легенды моих предков. Настало время передать ключ тайны в руки законных владельцев. Ключ тайны? Это что, ключ от всех дверей, которые были закрыты у нас на протяжении всей игры? Что, серьезно? Вы дали мне ключ тайны сейчас? Я думал, это в конце дастся мне. Что, все что ли? Благодаря вам принц наконец-то пришел в себя. Моей признательности нет предела. Вы вернули мир в Вальхейм. Принц? Я проснулся, и ко мне вернули силы. И все благодаря вам. Спасибо, воин свет. Да это энергетик просто хороший был. Подождите. А какие же... Это ж в каждом замке была дверь, которую нужно было открывать. Мне что, сейчас ходить по всем замкам и... И ключи вставлять, где не попадя, да? Не, я не против, конечно. А ну, покажите мне этот важный предмет. Ключ тайн, да. А что корона у меня осталась? Может, ее куда-то надо сдать? Ключ, открывающий запечатанной магией двери. Обалдеть. Так там же в этой, в болотной шахте, там столько дверей было внизу. Целый ряд внизу, помните? Подожди, здесь тоже должны быть двери. А ну-ка, оббежим давайте. Мне просто интересно, что в этих дверях. Просто интересно. Здрасте. Гномы живут в пещере. А, и у гномов там еще были. Они народ дружелюбный. У гномов еще же были двери. Я долго тебя буду толкать? А, вон дверь снаружи была. Я же говорю, была. Одна, правда, но была. Вот сейчас мы ключом и посмотрим, что там. Стоит ли бегать, открывать эти двери? Какая награда? Это я далеко вышел. Это далеко вышел, да. Все так... Да ешь, что ж тебя выносит-то? Тоника отхлебнул, что ли? Тихо. Тут вот так надо... Вот так вот. Лишний шаг и выносит. Есть. Я в откры... Ого, что, по 4 сундука в комнате? Ну давайте, я готов, я потираю руки и ноги. Давай. Вы получили мифриловый молот. Ого. Зачем я предметы покупал? Вы получили 800 гилов. Вы получили еще 700. Вы получили бронзовые перчатки. Так, я должен побывать в каждой такой комнате. А там нет у вас еще такой комнатки, только с другой стороны. С другой стороны. Слушайте, это того стоит. Я думал, может, ну его нафиг, я не буду ничего открывать. Ну, ходить просто долго. Представьте, мне сейчас надо вернуться во все места, где я был, и вспомнить, что я где делал. Тут нету, да? Точно нету. Нет, тут сразу выбрасывает. Ладно, вернись назад, дай посмотрим, что там за перчатки. Снаряжение. Шет. Нет. Предметы. А где параметры?
А, описание. Атака 12, точность 5. Это точно лучший молота, который у Фионы находится сейчас. Защита 2, вес 3. Ладно, сейчас посмотрим, у кого там какие перчатки. Давай снаряжение. У меня перчатки, по-моему, кожаные, да. Мне надо железные. Ну, кожаные мы продадим, конечно же. Точно, да? Да, у меня вес плюс... А тут, ну, конечно, бронзовые себе надену. Хорошо. Ну, а молот это у... Тебе, да, молот? Ну, а нунчаки нельзя заменить у товарища? Нет. Ну, давай тебе. Атака плюс 9, а тут будет плюс 12, и увеличивается точность. То есть будешь попадать чаще. Ну что, прелесть, два предмета можно сдать. Так это мы только открыли одну комнату. А в пещерах 4 таких комнаты. Вы представляете, сколько мы сейчас нагребем с вами добра? Так, я хочу продать молот. Продать. Не-не. Продать. Ох, цена, конечно, да. Так, а кожаные перчатки никому не нужны? А я всем купил, по-моему, да, по одной штуке. У нас у троих кожаные перчатки, одни бронзовые, поэтому можно продавать. Но одни точно. Все. Ну тут хоть 24 монеты, уже хоть что-то годится. Ну что будем делать? Пошли в верхний замок. Там тоже же была дверь, по-моему, да? Да, была. Только нам придется многое пережить теперь. Ну что там, переживать, собственно, там. Я жив, сколько у меня здоровья? Да нормально. Хотя не очень. Ну ладно, тут у нас врагов-то особо не будет. Такая мелочь там нападет какая-нибудь, покусает. А вот в нижнюю пещеру, там надо готовиться, чтобы туда идти. Нет, ну мы туда по-любому пойдем. Там же ж остались комнаты. А учитывая, что мы теперь хорошо держим удар, то я думаю, мы их там разнесем сейчас. Ну, в крайнем случае, будем бегством спасаться, если что. Нам не впервой. Собака какая-то кусучая. Бруно, тебя надо подлечить, ты в курсе? Так, побежали. У меня аж руки чешутся, все остальное вскрыть. Вы представляете, сколько там всего добра-то? О-оу. Это уже серьезная заявочка. Так, Бруно, бьем перо. Магия. Исцеление всего отряда, давай, наверное. А ты магия, давай, наверное. Я не знаю, что на них. Давай, наверное, замешательство, пусть развернутся. Ничего себе удар. Укусили. Все, кроме одного, развернулись. Вот тебя они и будут бить. Сам себя кусает. Так, одного убили. Исцеление набросили. На всех. Атака, вот это убейте. Он нам всем не нравится. Кусай себя. Двадцать пять. Чё меня успел укусить, сволочь? Все, сдохнем. 240 монет. Что-то платить стали за них меньше, мне кажется. Так, ты здесь, я иду. Одна дверь была, я помню. Не надо мне рассказать, что тут двери не было. Опять вышел. Левее. А, туда надо там проходить, понял? Западная цитадель. Здесь одна дверь была у нас. Вот она, закрытая. Кстати, жалко, что тут нет сундука. Хотя бы, я не знаю, трон распилить на деньги бы... Перевели бы потом. Он же золотой, небось, тролль. Тролль, трон. А у нас в самом же раннем городе, в первом замке, была куча дверей. Помните, туда тоже можно сходить. В деревне, по-моему, не было закрытых дверей. Кроме деревни вот этой, рыбацкой. Тут три, тут меньше. Ну ладно. И в одном из них были чудовища. Так, вот это подстава, я вам скажу. Подожди, это ж нежить, да? Да, это нежить. Это нежить. Сейчас мы его Гио. От тебя нежить, я не знаю. Пламени, наверное. Неплохо. Меня вырубили. И продолжают меня избивать. И не только меня вырубили. Мы вообще сохранились, нет?
Это нежить нет было? Да, нежить. Ну что, повезло нам. Вообще надо сохраняться перед открытием сундуков. Ого! 1386 гилов. Вы получили еще и фальшон. Это круто! Я люблю открывать сундуки, как я понял. Так, а ну-ка, сейчас, подожди, предметы, что это за фальшон? Крутой меч какой-то, а ну покажите мне, насколько он крут. Меч с расширяющимся к концу клинком. Плюс 15, точность 10. По-моему, мой палаш проигрывает. По параметрам, снаряжение. Палаш. Мой 15... Один в один вообще. Один в один. А его никто не хочет взять, кроме меня. Давай вот этот поставим. Один в один. Жалко. А ты не хочешь Бруно взять? Ну, ты ж у нас этот, монах. Если было бы два у нас сейчас воина, я вместо Бруно бы сделал воина бы, а не монаха бы. Так, а лучше это что? Подожди. Жалко, не видно, кто его может взять. Вот берешь его, или видно? В магазине видно, а тут, по-моему, нет. Может, его кто-то вот, она может его взять, нет? А, так палаш никто не возьмет. Я же поменял на палаш. Ладно, все, давай палаш дадим. Еще два сундука. Да ёшкин матрёшкин, что опять они, что ли? Мумии. Сейчас я с ними еще не встречался, кстати, не знаю, чего от них ждать. Магия, Диа, это нежить. Магия, я думаю, их бинты хорошо горят. Только надо дожить... Ого. Вырубили. Щит. Диа. Спасли, маги спасают. Сейчас тупо чисто маги тащат, прикиньте. 1500, еще больше дали, чем было. Еще два уровня повысили. Стальные перчатки. Но это не то. У меня уже бронзовые есть. Бруно, ты наденешь стальные перчатки? Он не носит стальные перчатки. Жалко. А, вот, нажимаешь и тебе показывают. Тут игра, блин, продуманная, несмотря на год. Смотри, все продумано. Нажимаешь, и вот кто может их надеть. Только я, но у меня остальные перчатки уже были, по-моему, да? Как посмотреть? А, вот. Да нет, они поинтереснее, чем бронзовые. Что, серьезно? Я думал, бронза покруче. Ладно. Лучше это сейчас мы стальные наденем, да? Да, бронзовые уже не нужны. Прикольно. Предметы. А бронзовые никто не хочет надеть? Они все-таки бронзовые. Нет, только я. Я выбил еще лучше перчатки. Так, ну что, третий. Что у нас с магией там? Очков магии сколько у нас? По поводу Дио нормально. Давай. Я думаю, мы с ними справимся. Во всех... В сундуках с чудовищем. Но это правильно. Это ж все-таки заброшенная у нас эта фигня. Так, магия. Дио. Если не сработает Дио, подожжем их бинтики. Давай. Блин, вырубили главного. Фиона, ты жива? Нам ты нужна. Бинтики горят? О, бинтики, да, горят лучше, чем Дио. Прелесть. 1500 еще. И посох силы. Кто-то сейчас будет прыгать от радости. Кто-то у нас будет прыгать от радости. Сейчас посмотрим предметы. Использовать посох силы. Что, все могут его взять в руки, что ли? А что он там у нас? Внушительная сила атаки на сколько? Плюс 12. Ну, это не сравнится с нашими бойцами, конечно. Например, у меня что сколько? Плюс 12 Фиона. У тебя кинжал, по-моему. А сколько у тебя урон? 14. У тебя... Нет, у тебя уровень 15, 14. Бруно, а что? Что у тебя с уроном? Плюс 16. Ну, посох не для тебя, понятное дело. Не понял, а у тебя сколько твой фальшион? 15 точность. У Бруно лучше бьют нунчаки, чем твой меч. Фиона, у тебя что? Мифриловый молот, ты его только нашла.
12 и точность 5. Ну вот, Дарк, по-моему. У него, по-моему, кинжал самое примитивное. Ну так тут точность 10, конечно. Блин, так там точность 10. Я даже не знаю, что и делать. Кинжал хорош. Точность упадет на, до 17%. Зато сила возрастет. Если попадешь... Ну, он нас не бьет, он у нас же колдует в основном. И он еще атакующий маг, поэтому я дам ему посох силы, пусть будет. А кинжал пусть пока со мной побудет. Я его не буду сдавать. Ну что, я могу представить, что у нас там в топях будет, в болотах, когда мы с вами начнем сундуки открывать. Каждый сундук же, уж видите, заряженный же нафиг. Ну что, в топе пошли? Через город, естественно, переночуем, купим, наверное, одну палатку, потому что будем выходить, наверное, спать, лечиться и опять спускаться. Там же 4 комнаты, как минимум, внизу. Закрытые на волшебный ключ. 4, Карл, 4. Так, ладно. 4 комнаты. Далее, что нам надо? Нам надо конфигурация. Это не то. Я хотел сохранить. Быстрое сохранение, да, сделать, а то мало ли что. Так, есть, сохранено, побежали. Сначала в город. Можно бить по области как угодно, нам все равно. Давай пламя их. Бруно могут и убить. Воскрешение здесь дорого стоит. Подожди. Перестрахуемся. Иона. Исцеление. Давай, Бруно. Все, шик. Но она не полностью восстанавливает. Я думал, за такую стоимость она будет полностью восстанавливать. Нет, сотни, по-моему. Чуть больше сотни. Так, пауки еще и зеленые. Это отравленные, которые отравляют. Магия замешать страх, давай на них. Магия, пауки, у меня уже закончилась. Давай на него наложим промах. Одного убили. Страх. Паук умеет бояться. Отравил? Нет. Нет, не отравил. Вот сейчас на меня ускорение наложит. Сейчас посмотрим, как я буду драться. Вот мне просто интересно. Так, давай этого. Так, ты первого. А вы что хотите, делайте. Промо. Хватит кусать меня. Ого, двойной удар. Меня отравили. Так, атака. Атака, магия, антияд. Так, но я все равно отравлен, мне надо лечить. Новый уровень, Фиона, поздравляю. Так, мне все равно надо лечить. Магия, Фиона, антияд. Нас вылечили. Вот там нас сейчас, короче, зажмут очень хорошо в этой... в пещере. Там где все отравленное же. А куда ты прибежал? А не сюда. Нам надо в магазины. Магазины здесь. Во-первых, надо антидота закупиться. Может 10 штук, может 20. Это все зря будет. Так, да, 100 гилов я готов заплатить. Мне просто некуда деваться. Сейчас я прикуплю, наверное, пару палаток, потому что мы должны будем вскрыть все эти, собственно, сундуки обязательно. Могу представить, какие там сокровища. Это очень сложное место. И в каждом сундуке будут монстры. Вы же понимаете, да, что... что сопротивление будет серьезное, но и награда соответствующая. Так, продаем. Продаем, нам не нужно что? Нам не нужно... нам не нужен палаш. За 225... Нам не нужен кинжал за 70. Нам нужен дом, бронзовые перчатки за 80. Нормально. Но нам нужно 5 антидотов. А что это за дом, я не понял. О, я тут не был. Здрасте.
Никто из вас не нуждается... А, это воскрешение. Да, я тут не был, потому что тут дорого. Я обхожу такие места стороной. Я воскрешался в другом городе. Привет. Здрасте. Мне нужно, короче, антидот. Раз. Наверное, палатка мне еще нужна, да. Давай две. Мне нужен... Ну, там нет, там только отравляет. Противоядие, давай еще три. Все, 10 штук, я думаю, хватит. Воскрешение будем брать для одного человека? Пух Феникса. Давай, наверное, одно возьмем. Все, я одно взял, у нас есть 7000 монет. Сейчас я пойду еще выучу последнее заклинание для черного мага нашего. Сколько у тебя заклинаний, кстати? Я могу, кстати, больше выучить. Поскольку у нас поперли деньги, можем теперь вообще бросаться деньгами. И ни в чем себе не отказывать. Так, я тут хочу... Это белый маг? Да, белый маг. Страх у нас есть, антияд есть. Исцеляет немоту. Вдвое снижает... Давай немоту. Да. Все, у нас полный комплект. Я не знаю, что такое немота, но я думаю, вещь хорошая, особенно если на мага это набросят соседа. Сам-то ты, наверное, не прочитаешь, но все же. Так, а здесь я хочу купить, наверное, буран. Сон, конечно, наверное, хорошо, но у нас он есть, а толку-то никакого. Все, буран взял. Спасибо. Ну все, я готов. Я полон сил. Палатки взял, антидот взял. Сейчас будет повторный спуск в эту адскую пещеру. Ну пошли хотя бы к дырке добежать. И поменьше потратить магии, что самое интересное. Ох, а их все больше и больше. Че, назад возвращаться? Походу, да. Полечились. Так, первое. Магия, давай, наверное, все-таки про... Нет, не трать пламя, не трать. Не трать, нам пригодится. Замешательство. Но мы их долго будем бить тогда. Давай метель. А, ледяной одному врагу. Метель не нужна тогда, массовость нужна. Я не знаю. Мне все нужно. Давайте руками их попробуем перебить, а там потом палатки поспим, если что. Давайте, бейте, короче, руками их всех. Тем более у вас молот он есть. Ничего себе урон у тебя. Как так ударило-то? Кританула, что ли? Один сбежал, скотина, трус. Ты должен был мне монетку оставить. Ладно, это мы все исцелим. Главное добежать. Может, еще денег подобьем. Да, если денег нет. Как будто специально поменьше стали давать. Все, нам в болото. Ёпти, не туда зашел. А тут три синих... Синющих просто. Варга. Ладно, разберемся давай. Одного убили, да. Ой, красава. Как вы так бить начали так хорошо? Я прям вами горжусь немножко. Так, возвращаемся в эту дырку адскую. Сейчас вот тут надо было... Сейчас в болото выйдем уже. Блин, сейчас травить начнут. Но нам сейчас не хватало только антидоты тратить. Вы вылезли. Вы же должны быть в пещере в это время. Тарантул, на. Магия не поможет. Магия, давай, наверное, в пламя все-таки одно шандарахнем. Хотя тут можно было не только пламя. Нет, только не трави меня. Отравил, блин. Не, ну это ужас какой-то. Ну реально ужас. Че же такие слабые-то по отношению к этим? Где наш иммунитет-то? Магия. Вот уже одну потратили, не доходя к пещере. Побежали, блин. Уже болото, уже родной дом практически наш. Вот это дерьмо, дырка эта. Я в страшном сне ее всегда вижу, а теперь я туда сам иду. Магия.
Не трать антияд, у нас всего 3 осталось. Ладно, деритесь как можете. Если что, вылечимся. Ну а ты, не знаю, ударь их этим замешательством, хочешь? Хотя такая битва, конечно. 6-й уровень же еще будет. Ладно, давай. Три. Что-то маловато ты погрузил в тьму. Добиваем. Добиваем. Отлично, 128. Два противоядия выбили, да это вообще просто мега шик. Так, я тут... Все, здесь сохраняемся сейчас быстренько. Или даже может в отдельный слот, я подумаю. Сохранился в отдельный слот на всякий пожарный, чтобы там можно было внутри пользоваться быстрым сохранением, если оно работает. Ну что, пошли. Опять мы в этом аду. Вверх ходить смысла нет, мы там все обшарили. Пошли вниз. Там тоже были, вправо. Блин, я думал, добежим. Ну, один паучок, это так. Один нормально. Он даже не поймет, что он умер. Промазал. Слушайте, еще укусить успел. Сволочь! Убейте его! Нормально. Так, забегай сюда. Сейчас будем открывать все двери. Лестница. Так, тут я тоже все открыл. Нам надо в этот... Это нежить, я так понимаю, да? Так, бейте первого, он опасен. Здесь у нас Дио пойдет. А здесь пойдет у нас, смотря как Дио пройдет. Может, даже не надо ничего делать. Давайте так. Угу. О-о. Блин, сбежал, самая дорогая тварь сбежала. Поняла, что пахнет жареным. На нем-то заработать можно было, на этом червяке. А тут теперь 12. Только зря заклинания потратить. Вот сволочь хитрая. Так, а что здесь вверху? Я здесь не был, кстати. Или был? Что-то я не помню этот момент. А ну подожди. Засада. Этот не ядовитый паук. А вот этот ядовитый. Ну хорошо, что он промазал. Так, убить. Убить. Ну, дальше как получится, давай. Сначала убить, а потом... Чё два раза входишь-то у меня, я не понял. Вот эту дверь я не помню, что это за дверь. А, тут ничего точно нет, пошли вниз. А чё-то я вообще не пойму, где... Сейчас нас зажму. Так, это нежить. Очень опасная. Это гуль, это зомби. Кто страшнее, не знаю. Боюсь всех одинаково. Подожди. Магия, Диа, пошли. Главное, чтобы ты первая походила. Было бы вообще замечательно. Промах. 12. 1. 6. Только не отравите меня. Блин, там что с ним случилось. Так, это по нежити удар. У нас ошеломлен парень. Тут хоть платят нормально. Да, нам сюда. Тут нас сейчас нападут на нас. Прям под дверью. Так, тут фишка в следующем. Этого убивать. Этого. Давай так. А ты огонь готовь, да? Без него мы не убьем слизь. Мы уже научены. Только не отравись. Так, ого, 53 урона. Пока. Так, тебя ударить. Магия, исцеление, Бруно. Даже можно не вот это исцеление брать. Или на всех набросить. Сколько у нас? 207, 87, 240. Ну, на всех не надо пока. Давай, наверное, магия и исцеление 1.
ему. Но не доживет, наверное. Да, не доживет. Ладно, исцелим тебя потом. Новый уровень, Шет, поздравляю. Вот сейчас исцеление, наверное, хорошо зайдет. Так, давай нам быстро вылезти надо. Есть. Так, минуту. Сейчас главное методики придерживаться, иначе нас здесь сожрут. Тут очень много комнат, я даже не знаю, сколько рядов здесь. Но внизу все нижние комнаты, это комнаты, закрытые на магический ключ. Вот поэтому нам надо сначала нижний ряд пройти, а потом подниматься будем по дальней стене, но если будем живы, конечно, к тому моменту. Если мы хотя бы нижний ряд пройдем, вот тогда уже даже можно будет пытаться выбежать из пещеры и сохраниться. Тогда будет правильнее, наверное. Потому что остальные комнаты, я там их не дочистил, но у них точно что-то есть. Так, магия использовать, мне нужно исцеление на Бруно. Вот, мы его исцелили, но остальные все еще так, молодцом держатся, можешь вот это. Ты что делаешь? Я ошибся кнопкой. Я ошибся кнопкой. Все нормально, теперь все нормально. Фиона сама себя исцелила, но я думаю, это был ее хитрый план. Все, побежали вниз. Тут ничего нет, мы тут были. В этой комнате точно были. Сейчас все комнаты, которые внизу. Так, это не опасно, ребята, если, конечно, они не ударят нашего мага сначала. О, мы их сейчас уберем. Да. Это самая безобидная слизь, которую можно встретить. Вот эта комната. Да, вот эта комната. Нет, самая нижняя комната. Самая нижняя. Так, вы кто? Вы нежить, горгулья, вы нежить? Я не знаю, кто вы. Но бьет сильно. Да, мы даже не можем их подковырнуть. Ну, меня бейте, да. Слушай, не умерла, зараза. Не умерла, скотина. Мой удар. Все, теперь конец. Есть. Так, внизу. Самая нижняя комната. Самая, вот она, самая нижняя, вот она. А представьте, сколько... Так, эта комбинация нам уже попадалась. Представьте, сколько надо это... сил, чтобы добежать до дна, а потом вылезти обратно. Магия. Я не знаю, давай, наверное, бить зеленых. А ты бей обязательно замедление, пламя, искра, зеленую тварь. Вот это давай. Ой, отлично, не успеет отравить. Это хорошо. Меня, по-моему, отравили, нет? Да, отравили. Я прям чувствую, когда будет это отравление. Бруно, что ты так урон пропускаешь сильно, а? Так, атака. Давай, наверное, уберем паука. Так, магия исцеления. Давай. Не-не-не, антияд, давай. Да тут кого угодно можно руками бить, да. Все, я исцелился. И зарезал эту тварь. Нет, не зарезал. Но поцарапал. Есть. Так, я допрыгал практически до комнаты. Неужели ее открою? Опа! А что за танцор? Дайте, наверное, быстрое сохранение сделаю. Кто-то танцует в этой комнате. Все. Сейчас узнаем, кто это. Это такой же защитник сундука, какой был, когда корону защищали. Они очень мощные. Они невероятно мощные. Магия. Страх, голод, лечение, антияд. Держи антияд до последнего. Нам еще надо здесь. Антишок, невидимость. Защита. Защищаемся. Защищайте Бруно, мне кажется. Мне кажется, самый... Ладно, давай мага защитим. А здесь мне надо замешательство, наверное, бросить, мне кажется. Да, давай замешательство, это нам поможет. Если он еще первый походит. Ого, 32. Бруно, прощай, 91. Вот это я нарвался. Я защищал ее не того, ну ладно. Замешательство спасите. Промах полный. Полный промах. Мы ничего не можем сделать. Бруно, хряпни зелье.
Угу. Зелье тебе 50 восстановит, или сколько он там восстанавливает. Магия исцеления. Давай, Бруно, тебя. Ну, а ты не знаешь, что будешь. Давай искру. Хотя это ж не слизь. 85. Бруно мертв. Вовремя сохранился, если сохранение работает здесь. Можешь не лечить его, он уже здоров, да. Это не работает здесь. Когда у тебя воскрешение будет? Магия, так. 45. 93. Ни хрена себе отряд. Так, еще один труп. Так, на них ничего не действует, прикиньте. Я их победил, но это, конечно, хорошо. С одной стороны, но это бесполезно. Дарка уровень. И что здесь? Чудовище? Что, серьезно? Такая же банда? Похлеще. Но без магов здесь делать нечего, кстати. Давай попробуем. Давай попробуем. Нам только первую комнату бы это тогось. Ну давай пламя, не знаю. 37 это в меня, самого бронированного чувака. Все, я умираю. Промах. 24. О, огонь они не любят, будем знать. И что ж я тут выбивал, интересно? Серебряный браслет. Ну, вещь, наверное, стоящая. Я могу воскресить, короче, одного чувака. И это будет явно не Бруно. Ну и попробуем. За 500 монет, да, я буду воскрешать его, да, предметы. Можно загрузиться, конечно, но это вряд ли мне поможет победить ту братву так просто. Использовать эхо... Нет, пух феникса, давай. А мне нужна Фиона больше. Потому что у нее лечение. Так, браслет плюс 15 защита, вес плюс 1. Его могут использовать все классы абсолютно, даже красный маг. Черный маг, воин может использовать. 15 защита, вес плюс 1. А куда он вешается, интересно? На наш пояс, наверное, да? Не, подожди. Так, предметы снаряжения. На этот, железный, вместо железных доспехов, да? Да, но у меня 24. Сами понимаете, что у меня лучше. Бруно. А вот Бруно, да, Бруно бьет сильно, но он мертв сейчас. Сколько у него? 4 защиты. Я думаю, чего так бьют-то сильно? А вот почему. Бруно, посмертно тебе браслет вручаю. Держи. Жалко, что тебя нельзя воскресить, но с этим браслетом мы, конечно, порвем всех. Я вот думаю, может, нам выбраться отсюда, а? Тут мы уже знаем, что сегодня надо ходить. Просто сильно очень бой был. Может выбраться, пойти выспаться. Фиона, спасай нас всех. Просто еще одну комнату мы не продавим, если будет там такая охрана. Нам надо сейчас вылезти и в город даже добраться. Фиона. Она может использовать лечение на всех. Давай. Жалко, Бруно этого не увидит. Все, хватит. А, ты еще раз можешь, да? Давай еще раз. Хотя бы на двоих. Все, есть исцеление на всех. У нас антияд еще есть. Есть, так, исцеление на 105 на себя. На меня. 42 и последнее осталось. Ну давай, я не знаю, на Дарка все нормально. Давай на меня. Все, давайте отсюда выползать. У нас закончилась магия, у нас труп. Но Бруно уже будет совсем другим. Его не так будут бить, между прочим. Все, теперь вы только выползти. Одну комнату открыли. Еле-еле открыли. Теперь бы только выбежать на свежий воздух отсюда. Так, ну это не страшно, это мы с вами выдержим. Давай. Магия. А у меня ничего больше нет. Антишок, невидимость. Ну, можно, конечно, защитить себя чуть-чуть. Так, ну а ты, не знаю, приятель, бей всех. Ни в чем себе не отказывай.
Манбуран, давай. Зря ты ее потратил, ну ладно. Мы даже его не убили. Так, есть. Быстро выбегаем, 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 выбегаем. Тут мы пройдем, да. А где тут лестница? Боже мой, это опасно, ребята. Они огонь не любят. Они нас отравят. Магия пламя. 49. 51. Труп. А знает, куда бить. Вида это, методички прочитали, как действовать против этого отряда. Слушайте, опять нас в это выносит. Каков был шанс, что они столько раз ударят Фиону? Вот скажите. А что это за фигня такая творится? Еще три. Ну давайте, давайте. Не-не, бежать мы не будем. Мы будем отбиваться. Магия. Пламя. Я отравлен, Фионы нет. Прелесть. Хорошо, что не мага убили, Дарка. Так, я отравлен, но у нас есть антидот. Хоть бы что-то выпало с них когда-нибудь. Так, быстро. Я знаю, я... А эта тварь мне вход перекрывает. Так, есть предметы. Использовать противоядие. Есть. Выпрыгиваем дальше. Бежим отсюда. Пипец. Мы их не возьмем. Давай попробуем сбежать. Мы их реально не возьмем с тобой. Или возьмем. Давай замешательство. Может отвернуться? Один отвернулся. А второй промах. Отлично. Первый бьем. Ой, хорошо. Его все бьют, кстати. И мы будем. Так, отбились. Держимся чисто на магии Дарку. Чисто держимся на его магии. Нам надо просто выйти отсюда. Новый уровень, Шет, поздравляю. Пока все мертвые, ты уровни качаешь. Так, давай быстро вверх. По диагонали. Эти камни сейчас, заразы. Специально ж настроят. Это все ядовитые. Магия, огонь. Пламя на всех. Повезло. Он походил раньше. Хорош. Хоть поделились чем-нибудь, реально. Сюда. Есть, выскочили. Тут уже должны Это нежить. У нас нечем бить нежить, ладно. Они не любят, я не знаю, наверное они не любят. Наверное они не любят буран, мне кажется. Хотя лучше замешательство отправить. Это сейчас вырубят Шеда. У них, кстати, удар оглушающий. Три раза промах. Я чувствую себя бесполезным. Магия. Метель. На второго. Метель. Есть, 41. Все, добили. Они богатые, кстати, у них деньги есть. Нифига у них нет. Бомжи. Так, давай сюда, быстро выходим. Представьте, это мы одну комнату вскрыли. Это мы пробились в одну комнату. Замедление. Промах. Что-то у нас Дарко не попадает ни в кого. Это ж нам еще надо добежать до города. А дорога-то не близкая. Мышь перекрыла, но не смогла. Все, я тут спать не буду, побежали быстро обратно. Даже если нас на болотах какой-то волк встретит, то это фигня все. Магия, давай. Тьма, метель, давай. На него, на вторую собаку. Ого! Дарка, чувствую, не доживет. Я не буду тратить на него бутылки. Одна собака сбежала. Да, не доживет, если так будет бить. Но я точно доживу, я всегда доживаю. Нормально. Псы разорвали.
Еще 56 монет. Вот здесь проходик. Вот он, узкий проход, он у нас один. Но леса, это же уже родные леса. Нет, пипец просто. Вы что, вы не могли кого-то больше сюда вызвать? Магия, тьма, искры, метель, вспышка. Сон, замедление. Все, конец ему. На двоих замедление удалось сбросить. Ну, собственно, и все. Магия, если успеешь. Одного убили еле-еле. Второго убили. Но этот не умрет от твоего удара. От моего умрет. Быстрее к городу! Он где-то здесь, правда, в лесах много собак бешеных. Вниз! Не туда пошел! Я не туда пошел! Нет! Кошмар, сколько собак-то здесь бегает в лесах? Так где служба по отлову? Магия. Да магия уже, наверное, не поможет. Все, прощай. Дарк. Но они меня не убьют, это броневик, конечно. У нас 3 трупа. А чё у нас так все заканчивается всегда с этой пещерой проклятой? Потому что бои нереальные. Вот эти 4... Вот эти вот... Как их там? Друиды пещерные или кто это? Кто бы они там ни были? Они просто нереально крутые. Они выносят весь отряд. И нам, видите, еле-еле хватает сил, только чтобы добежать до города. Ну тут я, конечно, себя бодрее чуть-чуть чувствую, если, конечно, меня не вырубит сейчас волк какой-нибудь. Ну вообще, конечно, да. Так там еще 3 комнаты. Как минимум внизу. Противоядие. Ну хоть что-то выпало. Как минимум еще 3 комнатушечки. Я добежал. Ух. Помогите, у нас трупы. Трупы на руках. Сколько тут воскрешения стоит? Да дофига стоит воскрешение. По 200, по-моему, да? Сколько у вас воскрешения стоит? Сейчас в другой город поплыву, я предупреждаю. 200 монет. Идите в баню. Там за 40 воскрешаешься. Если... Ты настолько богатый, чтобы вот этим барыгам такие деньги отстегивать. Я даже спать здесь не буду. Сколько у меня здоровья? Да хватит, я доплыву до своего родного города. Кстати, нам в тот город тоже надо, там ключи есть. В смысле, эти двери на закрытые на таинственный ключ. А где мы... А, я думал, корабль угнали. По-моему, нам конец, надо было хотя бы выспаться. Сейчас наверное, все потеряю, чувствую. Я его даже не убил. Но они мне ничего не сделают, я крут просто. Одного убил. Но если будет кто-то из ошеломляющего отряда, то тогда да, тогда мне не поздоровится. Тут-то мне надо ударить 122 раза, чтобы меня убить. Все, с этими разобрались. Так, есть. Где мой кораблик? Да быстрее впрыгивай, сейчас же. Сейчас на море еще нападут, акулы всякие. Опять у меня 3 трупа. Что у нас так серия заканчивается, интересно? С 3 лежащими вниз партнерами лицом. Ой, пробил. Блок пробил. Сейчас еще убьют. Акулы-то хороши. Ну хоть щит достал наконец. Да убей ты ее уже. Сколько у нас тут? Сколько осталось? Да куда плыть? О! Блин! Вот это будет весело. Опять такие же, слышите? Прямо на пристани. Раньше они такое себе не позволяли. Чё за...
Адское завершение серии вечное. Казалось бы, да, боссов перебил, осталось-то тут только, я не знаю, комнатки пооткрывать, а комнатки-то у нас с сюрпризами. Так, дайте вот эту хрень. Вот эту хрень убью, то она меня раздражает немножко. Да, пока. О, отлично. Она пыталась сбежать, видели? Так, новый уровень, 237, 18. Быстрее в лагерь. Сколько у меня здоровья, я не пойму. Чего я там на коленях стоял? 69. Слушайте, я опять дополз полумертвый. Помогите! Там просто барыги в Эльфхейме, поэтому мне сюда приходится приходить. Так, давайте, наверное, купим все-таки перышко. Сколько я денег набил? 7700. Все-таки перышко решает. Пух Феникса, давайте возьмем два, чтобы у нас было с собой. Просто сэкономит много времени. Я 1000 потратил. Палатки я не тратил. Так, тут мне нужно что? Мне нужно следующее. Мне нужен храм. Где тут храм у вас? Подожди, где тут реально храм? Что-то я забыл уже. У вас же самые дешевые цены. А, он вверху. Здрасте. А вы кто? Верни кристалл, былую сил. Хорошо. Ты куда пошел, блин? Все убьют. Так где тут храм-то? А? Это храм? А, вот это храм, да? Да, вот это же храм. О, тут цены, ну, не по 200. Ну, по 40, ну как вам? 120 монет или 600? Есть разница? Бруно ж теперь у нас в броне воскреснет. Вы ж не думайте там. У него, наконец-то, броня будет больше теперь нормы. Все, теперь выспаться и пойти в замок пооткрывать ключики. И, наверное, здесь мы с вами снова остановимся. В следующей серии начнем с того, что начнем добивать закрытые комнаты внизу. Их обязательно надо вскрыть, потому что, ну, реально, крутые вещи там лежат. Достать серебряный браслет, я думаю, это серьезная вещь и подспорье. Так у нас у Бруно была броня 4, а с браслетом 12. В 3 раза увеличить, да? Так, ладно, что там у нас? Покупать я ничего не хочу, я хочу продать. Продать, потому что я нашел кое-что. Кожаные доспехи, вот эти, да, можно продать. Я надел... А что у них никто не использует? Подождите, что-то я не понял. А, правильно, Бруно аж переоделся. И медные, ох, точно, вот поэтому кожаные доспехи и выпали, все. Они никому не были нужны? Чего все на коленях? Все четвером, все команды на коленях. Нет, не сюда. Вот сюда, магия, предметы, нет, снаряжение. А что у вас за броня? Кожаная шапка, кожаные перчатки, мифриловый... А, у вас медный браслет, а вы ж не наденете броню. Да, всем бы по серебряному браслету. Я бы был даже бы не против, я вам скажу, если бы в остальных комнатах, которые в этой, собственно, гадской пещере, были бы браслеты. Я бы на всех бы купил по браслетику. Ох, класс бы было бы. Это же браслеты на мага подходят. Представьте, увеличить броню магов тоже в 4 раза. Я вообще не... А, мне сюда надо... Я вообще не понимаю, как у нас Бруно все это время держался. Так, давайте вспоминать. Где у нас закрытые здесь были комнаты? Тут сестра живет. А тут мать сидит. Я уже не помню, где. А это что, подъем на верхние этажи? Ой, тут не был. Здрасте. Воины света, миллион благодарностей за то, что спасли Леди Сару. А это что? А это кто? А вы кто все? А, это Сара ж, да? Если вы хотите, можете, ну, здесь, в Корнелле. В общем, ладно, ничего. Нам нужно готовиться к путешествию, верните свет в кристалл, окей? Городская танцовщица знает много интересного, понятно. Сара только о вас и думает. Да еще бы. Нет, мы тут были. Просто я внизу не смотрел, что тут происходит. Это мы, типа, высота. Высота, понятно? Голубизна, это высота. Так, что у нас вверху? Вверху, по-моему, эти две комнаты были, прям предвкушение. Надеюсь, на нас не нападут в них. Но это, по идее, защищенное место, здесь врагов быть не должно. Это во всяких разрушенных храмах и пещерах там проблемы.
А здесь, я думаю, все мирно. Сейчас отдадут нам, надеюсь, деньги. Вряд ли тут что-то будет ценное, потому что место-то мирное, да и уровень, собственно, место самый первый. Но если денег дадут, тоже хорошо бы. Подождите, а тут как-то входить надо... А, вот так, вот эти две комнаты. Вот, да, точно. Привет. Пришло время использовать ключ. Снаряжение, которое хранится в сокровищнице, вам пригодится. Спасибо. Да, вот две комнатки, больше, по-моему, здесь не было. Наверное. Начнем с этой. Ну что, чудовища будут, нет? Потираем руки. Железный доспех. Не удивили. Палатка. Спасибо, 160 монет. Нитропорох? Это нитропорох для гномов вот этих, которые в пещере были. Помните, в северо-западном углу? Кстати, у них там тоже комната была. Я про них и забыл, кстати. Окей, нитропорох. Это квестовый предмет. В общем, к ним надо идти. Дом. Уже второй. Сабля, посмотрим. Мифриловый нож, возможно. Прикольно. Так, давай посмотрим снаряжение. Дома у нас уже два, кстати. Он стоит дорого, да, действительно. Ну и палатку покупать тогда не буду, раз нам ее подарили. Саблю взяли. Дай посмотрим снаряжение. Снаряжение. Сабля. 13 атака. И 5 точность. Это лучше моего... Этого мечишки моего. Или нет? Нет, у меня 15 атак. А здесь точность плюс 15. И атака 10. Не, сабля уступает, видите? Если я ее возьму, то да. Не годится сабля. Ладно, давай посмотрим тогда этот. У тебя посох силы, да? Мифриловый нож. Атака уменьшается, точность на 6%. Атака на 2. Точность я не знаю. Точность же это... Жалко, нельзя навести. Что такое точность? Точность это заклинанием относится. Если да, то тогда лучше мифриловый нож держать в руках. А он его, собственно, и держит. Хотя он говорит, что посох силы лучше. Ну, игра, в смысле, автоматически. Интересно. А точность не нужна для... Ну, ладно. Мифриловый молот. Нет, здесь ничего не говорится. Ну ладно. Железные нунчаки. Тут тоже нет. Сабля. Нет, все-таки говорит, бери фальшон. Ну, наверное, поэтому. Фальшон, вернее, поэтому, как его. По урону. Почему-то замеряет все. Ну ладно. Атака 13, точность плюс 5. Мифриловый нож, атака 10, точность плюс 15. Не знаю как. Ну, мифриловый нож, скажем так, это на вора, я думаю. Это лучшее оружие для вора. Вот вор отлично. Черный маг еще может использовать, если у него хорошие характеристики. Я могу использовать, но не очень. Сабля для воина, я думаю. А, для красного мага тоже. Слушайте, красный маг вообще хорош. Я так на него смотрю, представьте. Совмещение белой и черной магии еще и мечами пользуется. Жалко, нет пятого. Пятого места я бы взял бы в команду красного мага бы. Ладно, я пока не буду продавать саблю. Тут же ж вес сколько? Носить могу сколько хочу, наверное, да, предмет. Пук феникса. Вот это железные доспехи можно продать. Защита 24, только на меня. А они у меня уже и так имеются. Да? И что, у меня железные? Да, у меня железные доспехи, стальные перчатки, железный щит и шлем. Правда, не говорится про его качество. Ну ладно. Железные доспехи можно пойти продать сейчас. Все, у нас, в принципе, есть вещество, которое нужно отнести гномам, чтобы они там что-то сделали. Они его, кстати, запрашивали, поэтому можем туда с вами сходить. Ну, сходить в следующей серии, естественно. Все, по-моему, здесь было только две комнаты, и мы две забрали. Тут у нас мать-царица живет, все. Все, я возвращаюсь в свою деревню. Останавливаемся здесь до следующей серии. Я что-то не могу сохраниться, да? Нет, я сохраниться могу только
перед городом, полноценно в отдельной ячейке. Ну все, друзья, как я сказал, в следующую серию мы начинаем зачистки той самой дырки, я не могу назвать это пещеры, дырки в земле, где находятся три еще закрытых комнаты. Я думаю, это будет нелегко, потому что мы еле-еле одну с вами вскрыли. Но потом у нас есть порох и плюс еще... Где еще у нас были закрытые комнаты, вы не помните? У эльфов были, мы открыли. У эльфов были, в закрытом замке разрушенном были, здесь мы побывали. В деревне, по-моему, не было закрытых комнат, да? По-моему, не было. У ведьмы тоже не было закрытых комнат. У гномов остались еще пару комнат, по-моему, или одна, которые закрыты на этот самый ключ. Ну, пооткрываем. Поищем, посмотрим. Приключение продолжается. Спасибо всем, друзья, кто смотрел. С вами был Дмитрий, канал Shadow L Play. И до новых серий Final Fantasy. Пока.